Счетчики преткновения. Горожане жалуются, установка газовых счетчиков оказалась куда более затратной, чем обещали изначально. Даже для льготников. Вместо 1400 гривен приходится платить свыше 3000. Люди возмущены и неразберихой с установкой общедомовых газовых счетчиков и отказом ставить индивидуальные. Какая стоимость и, самое главное, по какому принципу устанавливаются индивидуальные счетчики учета или общедомовые? То есть это самый основной был вопрос, почему людям останавливают общедомовые приборы учета, а не индивидуальные. Индивидуальные узлы учета, стоимость узла учета в зависимости от места покупки где-то стоит порядка 1000 гривен. Стоимость установки со всеми материалами от 1400 до 1600 гривен в зависимости от, от технической установки. Напомню, Кабмин обязал газоснабжающие компании обеспечить всех абонентов приборами учета до 1 января 2018 года.